сегодня надо по максимуму снимать, сказала Алина и сказала, и включила камеру уже верхом. Но у нас сегодня экспромт. Заключается он в том, что вот я верхом на Роме, короче, еду, а не на Хане. Еду в своем новеньком меховом седле на сайдпуле от No Rush бестрительном. В красивеньких сапожках, сама вся красивенькая. Но и это не все. С нами идет Ханька, на ней верхом идет Влад. Вот. Первый раз сегодня идем в поля. Ханя идет под седлом в поля второй раз. Ну, первый раз он ходил без меня. Мое сердце ёкнуло, конечно, я долго негодовала, сказала, что она если не готова была в поля идти, а ты пошел. Выруливай, выруливай. Вот, а сегодня мы решили пешочком прогуляться, шажочком, не пешочком, шажочком, прогуляться вдвоем. Вот, легенькую прогулочку устроить. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, мы пошли гулять. Не знаю, буду ли я оставлять сюда что-то с комментариями. Но красивенькое выйдет видео точно. Поэтому вам приятного просмотра. Sometimes we just fall apart. But you're the alibi that I know by. I know we were uneasy, but it's time for me to see through. 'Cause there's me. It's false, it's true. I know we might not leave you, but it's that coming to see through. 'Cause there's me and there's you, and it's false, it's true. Потихонечку подходит к концу. А ваши впечатления? Я прям офигенно отдохнул. Очередной раз убедился в том, что я доверяю данной лошади. И мне, в принципе, хорошо. Классно выходные. Вот так вот. Я тоже довольна. Все классно. Седло удобное для прогулок. Прям безумно. Никуда не скатываешься мягенько. Если вдруг что-то куда-то подрывается, то все это мягко происходит. Ой, в общем, прелесть. Покажи скорость. Фиг.